Астрономический календарь – главные астрономические события, которые вы можете увидеть на небе в ноябре. 2 ноября Луна проходит в 1 градусе к северу от Регула. 5 ноября – максимум метеорного потока Южные Тауриды. 7 ноября – новолуние. 11 ноября Луна проходит в 0,8 градуса от Сатурна. 12 ноября – максимум метеорного потока Северные Тауриды. 14 ноября Венера окажется рядом со звездой Спика. 15 ноября Луна в фазе первой четверти. 16 ноября – астероид Юнона в противостоянии с Солнцем. 17 ноября – максимум метеорного потока Леониды, а 22 ноября своего максимума достигнет поток Альфа-Моноцератиды. 23 ноября – полная Луна пройдет по скоплению Гиады. 27 ноября – Луна окажется вблизи рассеянного скопления Ясли. 30 ноября – Луна в фазе последней четверти. Ясного неба и успешных наблюдений. Партнер проекта – магазин «Планетарий». Подписчикам Astro Channel скидка по коду 2018.